Здравствуйте, ребята! Я приветствую всех на моем канале. С вами Сказка. Давно мы с вами не виделись, и я решила сегодня сделать для вас все-таки маленькое, коротенькое видео. Не совсем у меня было время, поэтому я перед всеми очень сильно извиняюсь. И вы писали на моем канале, когда же уже новое видео. Но, к сожалению, не было у меня возможности. Смотрите. Тема сегодняшнего видео. Мы сегодня немножечко поработаем у меня на ферме, посмотрим, что новенького, какие события, что интересного. И хочу вам еще рассказать по поводу строя для амбара и силоса, где гарантированно каждый день мы можем брать лимитик строя. Ну, все по порядку. Так, за что же браться? Итак, фармпас, дорогу, конечно же, я основную прошла. И было сейчас у нас крупное задание, я тоже их сделала, и это вот вторая дорога, которую я никогда не покупаю, потому что очень мало призов, ничего в ней интересного нет, и я считаю, что она того не стоит. Чтобы быстро цыпленок прошел, мы можем просто выйти и еще раз зайти. И тогда не нужно будет ждать, пока он будет топать своими маленькими цыплячьими лапками. Так, дорогу я прошла, я забрала все свои, конечно же, призы, много опыта, что меня больше всего интересует. Здесь я чуть-чуть еще мне не хватает, посмотрим, может быть, сегодняшнее задание будет достаточно очков, чтобы добрать. И здесь что у меня внизу, 180 тысяч опыта и пазлик. Ну что же, нормально, но 35 тысяч монет, это, конечно, очень смешно. Так, хорошо, по фармпассу здесь все понятно, по поводу лимита я вам чуть-чуть попозже расскажу. Здесь у меня уже, конечно же, лимит, хотя сейчас еще только, так, сейчас покажу вам время, еще без 15:11, и у меня уже 2 часа, как давным-давно заброшен строй. Так, у нас были ярмарки, у нас проходят вот эти вот ежедневные задания фермы. Я вам скажу честно, что вот это мне совершенно неинтересно событие, потому что каждый открывающийся сундук содержал ваучеры. Ваучеры мне вообще не интересны и не нужны, потому что, как видите, вот такое у меня их количество. Я уже не знаю, куда их тратить, украшений полно, всего полно, поэтому ваучеры меня не интересуют. Поэтому, ну, я думала, может быть, в конце, а вдруг дадут в конце какие-то алмазы. Нет, во всех сундуках были исключительно ваучеры. Не знаю, у всех ли так, пишите в комментариях, как у вас. У меня только ваучеры. И была еще у нас ярмарка. Там тоже, ну, я некоторые дни выполняла ее, некоторые не выполняла, потому что не особо было время. Ну, там был строй, попадался, и больше ничего интересного я не заметила. На всех практических, вот это вот, там было вращение колеса фортуны, да, если помните. Конечно же, я практически везде ловила же сразу же бомбу. За алмазы я ничего не добирала, потому что это не очень интересно. И, ну, к сожалению, счастливый шанс, не мой счастливый шанс, потому что он мне счастливый только на то, чтобы поймать взрывчатку. Ну, в общем, так, ребята, что у меня здесь еще нового? Больше пока что я ничего не вижу. Собираем продукцию. Так, хорошо. И напомню вам, я думаю, что это видео я сегодня сделаю. Сегодня 18 апреля. Сегодня я его и запущу для вас. У нас сегодня будет с 11 часов событие. Здесь у нас деревья тоже, наверное, будет. Нет, закончится с деревьями. У нас будет событие, наше любимое. Двойные монеты будут платить посетители фермы. Поэтому готовьтесь, кто готовился, и зарабатывайте монетки. Сейчас посмотрим вместе. Так, четверг, да, сегодня четверг. Вдвое больше монет за обслуживание посетителей фермы.
и ускорение яблонь. Да, вот я помню, что с деревьями тоже будет. Ну, смотрите, кто готовился, я это событие пропущу. Прошлое я делала. Смотрите, сейчас это событие, по-моему, уже идет у нас по стандарту раз в неделю, каждую неделю. Поэтому практически у всех есть возможность хорошенько подготовиться и зарабатывать монеты. Вот мне пишут, где монеты, вот у тебя так много и так далее. Ребят, я же с вами делюсь своим опытом и рассказываю, где можно брать монеты. Чуть-чуть потрудившись, скупив одеял, если они у вас открыты, или что у вас по продукции самое дорогое, вы можете подготовиться и, собирая ускорители, конечно же, на опыт, и хорошенько заработать монеток. Я про это вам всегда рассказываю. Вот, поэтому... Прошлое событие я 5 миллиончиков заработала всего лишь, но я практически, ну, очень слабо к нему готовилась, у меня было мало одеял, ну, что уторговала, тому я была и рада. Так, хорошо, по поводу строя, я вам делала несколько видео. На одном из видео я вам рассказывала, что на ферме малышки можно подзаработать, накопить, вернее, строя. То есть, его накупить в газете. Потом... Разработчики, узнав эту фишку, скажем так, убрали этот момент. И в газете были сплошные там только яйца, какие-то яичницы и прочая ерунда, никому не нужная. Но я вам хочу сказать, что произошли некоторые изменения, потому что это было несправедливо так сделать по отношению к новым игрокам, которые только начинают играть, и им действительно нужен строй для того, чтобы улучшать амбар и силос. И разработчики вынуждены были вернуть нашу любимую фишку. Итак, ребята, где же мы каждый день гарантированно за очень короткий промежуток времени набираем лимитик строя, нужного нам строя? Мы покупаем в газетке именно то, что нам нужно, чего нам не хватает. А именно, вчера я создала мою самую маленькую ферму, малышку, потому что предыдущая ферма, из-за того, что это было такое ограничение, что строй закончился на маленьких фермах, я их немножко прокачала по уровню. Как видите, у меня 18 и 12 уровень. На таких уровнях строя уже в газете мало. Он есть, но нужно большее количество времени тратить, чтобы посидеть. Поэтому я вчера создала новую ферму-малышку. Многие спрашивают, как ее создать. Ребята, вы можете не очень большое количество делать аккаунтов, Google аккаунтов, то есть электронных почт. И с каждой почте вы привязываете свою ферму-малышку. Вам просто нужна почта, которой вы будете регистрировать новую ферму. Поэтому вы можете создать огромнейшее количество ферм, сколько вам хочется. Это совершенно несложно. Вот, как видите, строй здесь, конечно же, есть и в большом количестве, но у меня уже лимит, поэтому я сегодня уже быстренько накупила. У меня уже 84 единицы строя сегодня куплено. Только вчера я создала эту ферму, и у меня уже два лимита есть. Здесь я перебрасываю то, что я еще дополнительно на ней покупаю. Итак, важный момент, ребята. На маленькой ферме вы вот это открываете, у вас первый уровень, вы начинаете немножечко ее прокачивать, потому что газета у вас появляется, газетка, только с 7 уровня. Поэтому вы максимально быстренько все делаете, качаете опыт до 7 уровня. Не рекомендую качать больше. Оставайтесь на 7 уровне, потому что на таком уровне у вас максимально много строя в газете. Чем больше вы будете ее прокачивать, тем меньше у вас будет строя. Вот. И потом вы останавливаетесь, ничего совершенно не делаете. Так, что вы делаете дальше? Вы покупаете в газете строй и начинаете увеличивать ваш амбар. Только амбар, силос вам совершенно не нужен, ведь эта ферма у нас для строя. Мне достаточно объем 200, сейчас у меня 175, но мне и этого пока что хватает. Ну, логично, что вам нужно, чтобы лимит сохранялся на этой ферме.
Но поскольку я люблю еще покупать для шахты, потому что на основной ферме я каждый день в шахте добываю по 10 алмазов, поэтому мне очень актуально покупать строй для шахты. Поэтому я немножечко больше делаю амбар, но 200 это мне с головой в любом случае, и для шахты, и для лимитика. Вот. Потом, что вы делаете дальше? Нам же нужны монеты, чтобы покупать строй. Логично. Мы с основы лопатами перебрасываем сюда монеты. Я даже за алмазы здесь немножечко открыла очередь в моем придорожном киоске. И, ну, в принципе, вот 8 ящичков мне достаточно. И лопатками я перебрасываю строй. У меня было... монетки. У меня было 50 тысяч, пока что мне тоже этого хватает. Поэтому амбар на 200, от 50 до 100 тысяч монет вам хватит с головой на все. Естественно, когда вы каждый день перебрасываете лимит на основу, вы же по полной стоимости не забывайте его перебрасывать, чтобы у вас всегда были монеты. Мало ли где что у вас подвернется, и вы захотите купить те же какие-то сливки, сыр. Ну, мало ли кому что может пригодиться. Кстати говоря, именно молочки на малышках-фермах в газете всегда тоже достаточно. Если на моей основной ферме в газете я практически такого не вижу, то на малышках это есть. Вот. И каждый день вы себе на основу перебрасываете лимит. Таким образом мы быстро и хорошо прокачиваем наш амбар. Так, у меня амбар уже 7600. Сейчас я активно занимаюсь лимитом каждый день. И скоро у меня будет 7650, как видите, по 171 единицы. То есть с каждой прокачкой у нас на одну единичку больше становится нашего строя. Нам необходимо. Так, силос я практически не качаю. Мне пока его вполне хватает. 6900, мне важнее гораздо амбар. Поэтому тут каждый смотрит, кому что нужнее. Вот такая у нас новая полезная информация. Хорошая. Я была очень рада, что все-таки вернули эту возможность покупать, строить на младших фермах. На 12 уровне здесь у меня мало строя, но, как видите, вот болты я купила, потому что, кстати говоря, болты сейчас тоже дефицит. Но здесь, тем не менее, тоже строй есть, можно покупать пилы, топоры, все полезное, но большее количество времени мне приходится посидеть. Если на 7 уровне я от получаса до часа уже накупаю строй, то здесь, ну, от часа до 2 нужно посидеть, чтобы его накупить. Ну и с другой стороны, это, конечно же, фарт, то есть везение. Бывает так, что раз заходишь и в одну секунду покупаешь лимит, кто-то выставляет вот все 89 единиц. Бывает даже такое. Вот сегодня я здесь, в принципе, была не так много, но вот у меня уже 61 единица куплена. На 18 уровне еще меньше строя, но тоже часа 3 посидев, можно его купить. Но я не сижу, я просто время от времени захожу, вот как видите, и потихонечку строй тоже попадается. Представьте, как это хорошо, когда у тебя там, допустим, 3 фермы, и ты везде можешь накупать что-то полезное, что тебе нужно. Здесь у меня большой амбар, конечно, эту ферму мне подарили с большим прокачанным амбаром. Ну, я очень много здесь храню пилы, топоры и все то, что мне не нужно на основе. Поэтому, ребята, не ленимся, создаем такие фермы, если вам это интересно, и будем каждый день потихонечку улучшать амбар. Потому что напомню вам, что какой бы большой у вас ни был амбар и силос, вам все равно их нужно прокачивать безостановочно, потому что, шагая по уровням, у вас появляется больше продукции, и вам всегда нужны все больше и больше объема. Поэтому это процесс безостановочный, его нужно делать всегда. Так, что полезное пока что сейчас? Кстати, бананы у меня заканчиваются. Быстро персики тоже. Ну, в общем, вот такое у меня было сегодня. Надеюсь, полезное для вас видео. Я жду ваши комментарии. Кто на мой канал еще не подписан, подписывайтесь.
будем вместе со мной. И я всегда стараюсь делиться с вами какими-то новинками, чем-то полезным и моим каким-то опытом. Надеюсь, вам было полезно мое видео. Ребята, всех обнимаю крепко. До новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока!